Всем привет и добро пожаловать на канал. Играем сегодня в Castle Story, продолжаем эту историю. В общем-то, у нас получается, что третья серия вроде по этому именно замку идет. Здесь мы отбили последнюю волну, сейчас у нас игра стоит на паузе. В общем-то, руки добрались до нее сегодня поиграть. В общем, после последнего боя у нас получается, здесь чувак вообще затупил в бревнах, стоит. Я боюсь, что как бы я вспомнил, почему я в нее не играл. Бывает такое, что чуваки просто перестают двигаться и работать, то есть игра зависает. Ну и, соответственно, у нас здесь замок вот частично пострадал, и здесь то, что меня в прошлый раз пригорело, они обратно приходят и пеньки вставляют, я не знаю зачем. У нас ремонтная зона вот здесь вот стоит, подожди, где она здесь стоит? А, ну, на паузе я не могу двигать, как бы она вроде и не зацепляет эту фигню, но почему-то они все равно норовят сюда все сделать. Ладно, давай. Давай мы сейчас снимем с паузы, вот так вот все. Все поехали. У нас есть 6 минут 30 секунд. Сдаем, значит, обратно оружие. Так, вы вот сюда сдавайте. Идете работать. Так, вы четвером вот сюда сдаете. Так, давай, возьми. Возьми пенек, все. Сейчас мы будем двигаться, будем пытаться все сделать размеренно. Так, еще 3 лучника сюда идут, сдают. 2 арбалетчика. В прошлый раз мы ждали их с одной стороны, но они пришли совершенно с другой, поэтому не прикольно получилось. Так, арбалетчики сюда, ты лучник идешь вот сюда, сдаешься. До следующего колобка желтого у нас нужно 520 очков набрать энергии. Вот, но у нас пока 260 есть. Соответственно, вот здесь вот по ремонту. Смотрите, вот она опять пеньки несет обратно. Что за бред? Я хочу вам сказать, что за бред. Такого быть не должно. Я вот прям уберу отсюда, смотри. Все. Значит, работаем. Работаем, таскаем бревна, чтобы я не видел больше вот этой вот самодеятельности. Соответственно, здесь у нас, смотри, какая-то лестница красная стоит. Как ее отменить-то? Вот, вот, неделю опять не поиграл, и все. И все пошло в трубу. Давай вот так вот отменяй. Соответственно, вот, и что, типа, смотри, не могу получить... Попасть в нужное место. В какое ты не можешь попасть в нужное место? О чем ты говоришь? Все здесь работали, то есть копали, все было хорошо. То есть этому есть что делать, этот рубит. Склады. Ну давай, вот у нас есть склад свободный, давай еще складов поставим. Мне как бы не жалко, все ради как бы выживания. Давай сделаем вот здесь вот. Теперь у вас есть что делать? Ага. Только не говорите, что вы шахту типа дорыли до конца и все такое, да? То есть я могу пониже сделать, допустим, вот так вот. Сейчас на галочку нажмем, окей. Здесь-то шахта у нас вообще не докопана. Почему вы ее не копаете? Карьер, точнее, да? Копай. То есть смотри, они что-то не хотят делать. Какая-то опять забастовка пошла. Я не понимаю, с чем это связано. Хоть убей меня, не понимаю. Ну, допустим. А если мы начнем строить? То есть, я вот здесь планировал вообще сделать, то есть, пол. Именно такой, как бы, да? Из этих, из камушков. Но из камушков здесь не получится, потому что получится, нужно настил делать двойной. Оно здесь как-то бугром растет. То есть, к примеру, допустим, да? Сейчас начнем здесь давать им задание. Ну, я вот не могу. Не могу здесь это сделать. Но слишком разница здесь, смотри, какие бугры. То есть здесь нереальное количество камней нужно закинуть, чтобы это было. Давай тогда начнем, наверное. Блин, хотел сказать, с центра делать, но сейчас вот как-нибудь хотя бы прикинем, как это будет выглядеть, допустим. Да? А здесь уже вниз все пошло дело. То есть придется нереальное количество как бы выкладывать, чтобы выровнять в плоскости, я имею в виду. Допустим. Давайте. Все равно стоят, ни хрена не делают, я не понимаю. Вот им стройку приказал делать, смотри, все побежали стройку делать. То есть копать как бы и не надо, да, вообще ничего. Либо как бы количество по складам максимально достигнуто, но я не думаю, потому что как бы... А какой смысл? Сейчас мы здесь, кстати, стену тоже начнем делать. Раз они начали ходить с этой стороны, мы попробуем сделать. В общем, если эта катка будет короткая, сейчас что-нибудь зависнет. В любом случае, я это все запишу, выложу. Дело в другом, то что
Мы тогда будем в следующий раз играть в другой режим. Возьмем... Давай повыше сделаем. Вот здесь вот. Мы возьмем режим завоевания или захвата, как он правильно называется. Не помню, но, в общем, как бы есть такой режим, где надо точки захватывать. Он будет поинтереснее, чем вот это вот все. Так. А где у нас двери-то были? В объектах. Вот эту железную дверь. Допустим, так. Дальше продолжаем вот здесь вот. Так. Здесь что, не лезет, что ли? Почему? Ты не имеешь права не лезть. Ты же нормально как бы это залазишь. Не придумывай. Дерево, что ли, мешает? Ну, допустим, вот если вот так вот сделаю. Чтобы уж наверняка, так сказать. Да? Пускай хотя бы это пока построят. Так, минута 37 остается. Так, вы что там? Типа, может, максимальное количество камней какое-то достигнуть. То есть, видишь, он сейчас пошел копать. То есть, нормально все. Склады у нас есть свободные. Строители здесь закинули свои удочки. Все хорошо. То есть, вот они отправились теперь туда строить. Ну, ладно, посмотрим, попробуем. Главное нам как-то отбиться. Кстати, здесь я забыл поставить дверь. Это тоже надо сделать срочно. В прошлый раз мы ее забыли сделать. Дверь вот так вот. Ставим. Нажимаем сразу галку. Так, и что у нас типа по капканам? Вообще надо капканы будет уже расставлять. Капканы, капканы, то есть ловушка. Я думаю, что здесь можно сделать вот так вот. Ну, на самом деле лучше сделать типа такие подъемы вверх-вниз, чтобы они медленно проходили. То есть вот так вот буграми все это проходило. И тогда это будет как бы, ну, больше толку. То есть они будут медленно приближаться, и быстрее будет вот на них все это атака падать с наших башен, с маяков. Так, окей. Я надеюсь, он догадается сам пойти делать. Ты куда железо пойдешь? А, ты дверь пошел делать? Нет? Да-да-да, ты просто опять затупил, это нормально, это нормально. Так, 18 секунд, надо заранее все это будет всех собрать. Пофигу, лучше мы заранее соберемся. Так, выйдите сюда, отойдите, дайте место другим. Я понял, надо точки сбора где-то отдельно ставить, потому что около кристалла не прикольно. Давай, иди быстрее, там это... Нужно, короче, собраться. Так, вы сюда идете. Соответственно, кнайтов мы сюда ставим. А лучников посмотрим, кто куда пойдет. Туда их отправим, если что. С какой стороны атака будет, там и поставим лучников. Потому что я теперь не знаю. Они могут с любой стороны пойти, но мы... Ага, все, идем сюда. Сюда, сюда, сюда идем. Все, они теперь пошли с более слабой стороны. Че, арбалеты будем задействовать? Или так справимся? Ну, они уже плотненькие, на самом деле, плотненькие. Отойдите чуть сюда. Мне кажется, сейчас кого-то вынесут. Да-да-да-да, давай, отходим, отходим. Ага, 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 только я хотел отсюда уйти, там тоже чел пошел. Вот у нас минус случился, минус кнайт. Ну, на самом деле лучше минус лучник, чтобы был. Давай кнайтов отведем. Отходим, отходим. Отходим, говорю. Пацану, отходим. Неважно. Эта дверь ломает, но они... А чем маяки-то перестали стрелять? Они же под эту стреляли. Так, ну что там, минуснули лучника-то? Да, лучника минуснули, тоже нормально. Ничего страшного. Нам просто лучники эти, по сути, не нужны. Они только место занимают. Нам нужно переобуться в этих... в арбалетчиков полноценно. Пипец, они такие слабаки, смотри. Так, идите сюда. У нас есть еще оружие, нету? Вот тут что лежит? Арбалетный весь комплект. Так и будет долго все это происходить.
Так, отбились. Вот этого убейте, идите сюда. Так, нам нужно зону очистки поставить. Зона очистки. И швабра, где тут была швабра? Вот она. Вот здесь вот надо поставить швабру, чтобы это все убрали. Так, все, отбились, хорошо. Сдаем оружие. Сдавайте вот отдельно куда-нибудь. Все, работаем. Сколько у нас осталось чуваков? У нас осталось 8 из 15. Ну ладно, мы справимся. Итого, нам нужно сейчас сделать, значит, кнайта одного. Один комплект кнайта. Подожди. Снаряжение вот так вот раз. Делаем. И нам нужно сделать арбалет. Арбалет, подожди, арбалет у нас... С какой стороны? Я уже забыл. Подожди, вот это у нас маяки делают. Вот здесь, по-моему, да? Лаборатория. Или что, или как, или где? Вот здесь... Капканы — это снаряжение. Да, это арбалетные. Их надо два в очередь сразу поставить. Один кнайт, чтобы 4 кнайта было. И у нас будет, соответственно, 4 арбалетчика. То есть нормально. Хорошо, здесь что у нас? Здесь порядок, бревно валяется, но это ничего страшного. В общем-то, здесь будем отбиваться. Значит, нам нужно еще заготовить производство капканов. Вот так вот, давай, раз. Два. А, здесь у нас что? То же самое, да? Давай, чтобы на двух столах все это делалось. Вот так вот. Соответственно, здесь мы потом все это починим. А, надо сначала сделать тогда оборону с этой стороны. Давай попробуем здесь поставить еще стены сделать. Опять же, будем стараться делать в шахматном порядке, чтобы это красиво было, насколько это возможно. То есть как-то так. Здесь вот по квадратику, допустим, еще делаем. Я буду ряд строить и сразу нажимать типа галочку «Окей», чтобы мы потом дальше уже фантазировали, как строить. А они в это время уже приходили сюда и начинали делать первые ряды. Здесь нормально, здесь можно сделать удобную как бы зону блокировки, потому что здесь идет резкий хороший подъем. Надо только стену будет пожирнее сделать. Так. Давай сразу. Окей, нажимаем. Они с этой стороны дотянутся, я думаю, нормально все будет. А здесь как раз-таки вот такой резкий подъем. И попробуем в дальнейшем там прокопаться, все это сделать. Ну, соответственно, как бы никто не отменял. Нужно больше тратить камней, нужно все это сделать одним куском замка, чтобы было все монолитно и хорошо. Также мы сюда и маяки тоже поставим, чтобы стояли. Но я думаю, они теперь с этой стороны будут ходить, потому что с той стороны оборона прям очень такая плотная стала. Так, заговорился, продолжаем. Продолжаем, давай второй ряд делать. Наверное, как-то так сделаем, да? Чтобы оно поплотнее было. Сюда не лезет, сюда тоже не лезет. Давай тогда вот так вот. Раз. Здесь мы сейчас потом это сделаем. Окей. Так. И продолжаем вот так вот делать. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. 7. Хотелось бы 8, ну да ладно. Так, и здесь вот еще один ряд выставляем. Вот таким вот образом. Посмотрим, как они пойдут, как они будут крушить. Может быть, босс придет к нам. Но главное, что мы уже сделали двойную, и это хорошо. Соответственно, здесь надо будет сейчас лесенку сделать. И прежде чем лесенку, нужно еще один ряд вот здесь вот забахать. Я даже не знаю, может вот так вот положить камни. Если первый ряд сломают, то верхний останется. Хотя, подожди, мы здесь так не сможем сделать. Здесь все равно придется делать вот так вот. Я в этот раз арки никакие не делаю. Я просто хочу сделать, чтобы было поплотнее, попрочнее. То есть главное попрочнее, чтобы было. А покрасивее мы сделать успеем. Подожди, а здесь вот можно подсунуть? Вот так вот, здесь пустоты такие некрасивые. И поплотнее будет, хорошо. Так, это есть, что у нас там по комплектам кнайтов? Здесь 4. 4, все, молодцы, все сделали. В этот раз хорошо успели. Так, что здесь, пеньки не высаживают? Не высаживают, отлично. Камни тратим, камни тратим. Досок у нас просто до жопы.
Но здесь еще чуваки, что ли, летают? А, это тех, кого убило, смотри. Это типа Тормео, Вакуум, Барбо, короче. Они типа это, их надо воскрешать с помощью энергии. Энергии у нас 220 из 280. Так что нормально. 2 минуты до атаки, хорошо. Давай попробуем сделать опорные маяки, значит, в эту сторону дотянуть. Так. Наверное, прям вдоль стенки так сделаем. А этот будет давать энергию на этот. Вот так вот, широкую на широкую, и все будет у нас хорошо. Закат сейчас, ночь будет. Но ничего страшного, ничего страшного. Ночь тоже нормально. В принципе, смотри, мы по карте-то все уже собрали, все желтые кристаллы. То есть осталось только шахтами работать. Вот, ну, как бы здесь нет логического завершения. Здесь либо все залагает, либо как бы будем обороняться до той волны, пока, ну, не получим по щам, и все. Вот и весь смысл. Я хочу попробовать все-таки поиграть в захват точек. То есть там, как бы, как я понял, можно делать и строителей, чтобы они постоянно строили, делать группы захвата, которые будут ходить и пытаться захватывать вот эти вот все точки. Что, в принципе, очень прикольно на самом деле. Так, вы капканы там наделали? Или у нас что там с металлом проблема? Алло. Я не вижу, здесь тоже ничего не стоит. Не, подожди, смотри, поставили. 2 капкана поставили, нормально. Нормально, нормально, хорошо. Давайте еще сделайте. Так, это не здесь, это вот здесь делается. Минута. Я думал, что они сами пойдут как бы делать, да, но... Как бы нет. Как бы им надо... Заготовки все-таки готовить. Так, что здесь, как дела идут? Ага, что, дотягиваться не можем. Давай лестницу замахаем. Нам сейчас надо уже оборону брать. Откуда взять лесенку? Давай какие-нибудь серединки, наверное, возьмем. Ладно, ладно, я понял. Стой. Стой, 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 стой. Давайте все соберемся сейчас. Распределим обязанности. Плохо, что лесенку не успел сделать. Так бы, как бы арбалетчики смогли бы встать на стену и вести оборону. Не понял, где еще один чел? Как бы звонок был для всех на самом деле. Капкан бросил. Смотри, у нас один комплект остался. Вот ты, короче, тебе. В смысле тебе нечего делать? Я тебе сказал, куда идти надо. Ты не тупи, короче, иди. Ты выйти отсюда не можешь. А, елки тебе мешают выйти. Твою ж мать, а. Блин, ну мы сейчас так это выхватим. Давай уж сразу все сюда пойдем. Вы можете сюда залезть? Пожалуйста, скажите, что вы можете. 1, 2, 3, 4. Блин, они с этой стороны пошли. Все сюда, пацаны. Все сюда. Так. Правильно, в обход пошли, ладно. Ага, смотри, они отступают. Они как крысы, короче. Они как крысы, идем обратно. Идем обратно, пацаны. Отмена хода, все сюда. Все сюда срочно. Так, вы сейчас держим здесь оборону. Ждем, у нас подойдут сейчас арбалетчики, они идут. Вам главное продержаться. Давай. Мы их сейчас выведем прямо за стену и будем отбиваться. Нормально все будет. Пацаны, быстрей. Блин, такие жирные уже прут, что просто мы не берем своим количеством, вот так вот не получается. Там чувак какой-то разродился, это, наверное, воскрес, которого убили. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. А как вы сюда залезли, я не понял. Какого хрена? Я не понял, вы хорош, хорош, как так-то? Они проломали двери, типа по лестнице прошли и залезли. Замечательно. Эти маяки так дорого стоили. Там столько энергии на них надо было, вот этих кристаллов желтых.
Иди сдавай. Вы сюда. А, не, не, подожди, 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 подожди. Подожди, подожди, вот сюда сдаем. Вот сюда, вот сюда. Так, вы сюда сдаете. На свободную. Ну, ремонт здесь стоит, сейчас они что-нибудь починят, сделают. Так, блин, вот что ты горишь тут красный? Я же тебе нажал, отменить, я тебе нажал. Не притворяйся, что этого не было. Это было. Все было. Так, это сюда подвинь. Окей. Так, давай здесь сначала лестницу сделаем. Я уж не знаю, дверь ставить или нет. Просто как бы это. Они упираются в эту дверь и начинается фигня какая-то. Давай попробуем вот так вот сейчас лестницу как-нибудь раскидать. То есть нам по факту-то еще выше нужна лестница. Вот так вот. Да встань ты ровно, я не пойму. Ты что, короче, прикалываешься, что ли? Допустим. То есть вот так. Фига себе. Так. А, здесь можно было поменьше делать. Что-то это здесь я протупил. Ну давай, ладно, вот так вот сделаем такую лестницу. Будет с такими площадками. И окей, хорошо. Хорошо, есть. Так, ты все починил? Маячки давай поставим. Хотя бы сколько-нибудь еще сюда вот. Один. Здесь надо этот зуб поставить. Соответственно, здесь тоже надо маячок поставить. Вот так, хотя бы два. Пускай они сейчас лесенку сделают, все сделают нормально будет. Так, вот с этим чуваком. Подожди. Вот здесь надо лес подрубить. Чтобы они ходить смогли, вот хотя бы вот так вот. Окей, есть. Ну, вроде разобрались, вроде как бы... перестали не тупить, вроде стали работать. По энергии 170 из 280. У нас сейчас с вами опять 8 из 15 чувачков. Нормально. Главное, чтобы он выходить смог, и все хорошо. Здесь, смотри, они уже не могут нифига сделать. То есть, ну, этот вышел, поднялся. Срубите вот дерево-то. Теперь сможете ходить же, да? Все, это отменили? Хорошо. Хорошо, по складам. Блин, одно дерево. Охренеть, уже камней не так много, как дерево. Что здесь у нас? Постройки-то будет идти? Нет процесса. Медленно работаем, товарищ. Медленно. Давайте быстрей. Строим укрепление. Строим замок. Нам конкретно здесь люлей на самом деле дали, и все это провалилось так пипец. А что у нас там? Желтых кристаллов на складе вообще нету. Вообще нету. Это надо шахту развивать. Я думаю, в этой шахте, наверное, уже смысла нет ковыряться. Давай ее удалим. Сделаем нерабочую. Потому что, ну, как бы, они уже прокопали максимальную глубину. Дальше там уже не будет. Пускай лучше здесь копают, здесь будет быстрее. Потому что не так далеко надо опускаться, ходить. Так. Тихо. Так. Вот так. Ну-ка, только попробуйте мне обратно их напихать. Удаляем. Угу. Угу. Так, нам нужен один комплект кнайтов, я забыл. Комплект кнайтов, стой, вот здесь. Нет, 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 подожди, как, какой, вот здесь, все. Я не понял, какого хера? Где строятся мои кнайты? Затупить это святое, походу. Вот же, типа, они здесь делаются. Почему? Это же вот печки, как бы. Производство, снаряжение рыцаря, ну. А почему я правую кнопку мыши нажимаю? А, вот теперь есть. Чем до этого было? Нет.
Странная фигня, короче. Так, здесь все доделали, да? Ну что делать-то? Двери надо делать, нет? Ладно, давай сделаем дверь. Здесь можно на самом деле делать двойные двери. Тройные даже. Давай двойные хотя бы поставим, вот так вот сделаем. Пусть будут двойные двери. Так, 1 минута 56 секунд до следующей атаки. Что здесь? Здесь достроил? Хорошо, молодец. Но это еще не все же. Это еще не все. Надо здесь поставить вот как-то. Блин, так и знал, что это криво сделаю. Хочу вот так вот сделать. Ладно, мы потом это исправим. Пусть будет вот так вот. По два маяка здесь поставим лучше. Будет асимметрия. Асимметрия тоже красиво. Так, эти понесли металл на ловушке. 1 минута. 1 минута. Не, они пошли двери делать, я понял. По маякам. Еще маяк один есть? Есть, давай его поставим. Надо здесь восстанавливать опору. Делаем. Ну, здесь мы не будем ничего чинить, я думаю, трещины не критично. Там все равно никто их бить не будет. Ну все, движ пошел, нормально все. Единственное, что вот эти вот пеньки, которые валяются, почему они их на склад не несут? Не в приоритете, что ли? Держитесь, чуваки, мы вас обязательно воскресим, все будет хорошо, все хорошо будет. Так, 30 секунд. Че, может это их заранее всех собрать? У нас есть время. 8 из 15. Сейчас после этого боя, возможно, еще одного чувака сделаем. Блин, сколько уже у нас дерева-то, а? Угу. Ну, он хотя бы, видишь, кубик может перепрыгивать. Медленно, но может. Так, все. Теперь точно сбор. Давай, давай, чуваки, давай быстренько, быстренько. Быстро, говорю. Так, два кнайта сюда. Наверное, даже давай три сюда поставим кнайта. Соответственно, выйдите сюда, пожалуйста. Один кнайт идет сюда. Блин, ну один, конечно, это мало, ему сразу люлей дадут. Три сюда. Походу, надо было сразу всех сюда гнать. Вот отстой. Опять началось. Так, ну у нас теперь двойные двери хотя бы. Передвиньтесь сюда, пожалуйста. Где вы там бежите-то, алло? Так долго. Бежим, бежим, бежим. У нас тут стена, она так не выстоит нифига. Маяки нужно поставить еще здесь, вот где я сейчас этих поставил, потому что они тогда будут отстреливать внутренний вот этот двор. Надо сделать внутренним двором оборону. Давай, беги, 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 беги сюда, беги. Так, ты атакуй вот этого. Да не иди сюда, атакуй, атакуй. Да все, все, стой на месте. Пока вас накликаешь, вообще все развалится. Так, там чувак у нас уже появился, 9-й. Стреляем, не стреляем. Вот ты что стоишь, улыбаешься? Встань сюда и стреляй. Ты меня слышишь? Встань сюда. Почему я тебя должен два раза прокликивать? Капец какой-то. Они сами совершенно не хотят позиции искать, то есть как бы их это не волнует.
Так, в этот раз было без потерь, хорошо. Сдаем оружие. Блин, нифига не вижу, что так темно-то. Сюда сдаем. А вы сюда сдаем. Соответственно, ремонт. Отодвигаем вот сюда. Пускай ремонтируют. Окей. Так, в этот раз на эту стену никто не поперся, это хорошо. Мы ее тогда успеем доделать. Так, нам нужно с вами маяков сделать побольше. Какая волна? Мы волн повержены, 14 штук. Убили 135 этих чувачков. Был один босс и один большой чувак, который мини-босс. 82 средних и 51 маленькие самые, которые приходили. Блин. Так, у нас 9 чуваков. Нам нужен и еще один комплект. Лучше, наверное, кнайты сделать. Все-таки от них как бы толк больше. Так, они вот здесь вот на печке делались. Еще один комплект сделайте. По желтым кристаллам. Я не вижу на складе желтых кристаллов. Это плохо, у нас их нету. Нужно будет делать еще третью шахту. Походу где-то здесь вот в пустом месте. Жалко, здесь нету игрового времени. Типа часов здесь по луне только, если смотреть. Ну не по луне, я имею в виду, где здесь была эта астероид летающий. Сейчас не видно его. Вот он. То есть сейчас уже конец ночи почти. Большая часть прошла, по крайней мере. Так, носим, строим, работаем, работаем, работаем. По камням. Камней уже не так много, но что поделать. Давай тогда здесь пока будем из камней что-нибудь выкладывать. Можно вот это как-то убрать, пожалуйста? Что за бред? Типа, или только построить это можно. По-другому никак. Так, это сюда не подходит. Если сделать прямую, допустим. Ну, допустим. Ну, просто пусть будет, раз она не сносится. Хотя бы потом как-нибудь перестроим, сделаем поопрятнее, покрасивше. Так, здесь... Нам на самом деле пора уже мудрить с катапультами, как я понимаю, потому что без катапульт играть будет тяжело. Я, конечно, здесь хотел целиком стену так сделать, но не получится, скорее всего. Давай попробуем хотя бы выровнять здесь полы, если можно это так назвать. Хотел каменную такую сделать, кладку здесь красивую. В темноте не очень все это видно. Здесь видишь, как она еще вырастает. Самый крутой бугор. Но на самом деле это можно сравнять было. Как сказать, сравнять можно было все с землей. Просто не хотел заморачиваться. Они здесь пеньки начали что-то встраивать обратно. Я решил, думаю, сейчас как бы это зафигачим все камнями, площадку. Оказалось, видишь, здесь какие высокие уступы. Ну, больше, чем я думал, больше. Так, пока этого достаточно. Чуваки, работаем. У нас 9 чуваков. Соответственно, у нас должно быть 5 кнайтов и 4 арбалетчика. Хорошо, 3 минуты 49 секунд до следующей волны. И нам нужно сделать, я не знаю, пускай откуда-нибудь они достают эти алмазы, кристаллы, эти вот эту желтую энергию. Нам нужно сделать... Погоди, а где они делаются-то? Вот, вот эти красные нам нужно наделать. Как можно больше, пожалуйста. Эта оборона, она важна. Надо будет еще хиллерами позаниматься. Так, ты что делать начал? Кристаллы? А где ты берешь на них материалы из шахты? Красавчик. Таскайте, таскайте, сделайте все красиво. Мы потом здесь это сделаем прям такую огромную, красивую такую замковую площадь. Поставим туда катапульту и будем закидывать всех, короче, кто здесь будет пытаться прорваться к нам. Так, ну как понимаю, с энергией проблемы. Можно сразу разметочку кинуть. Чтобы они, если уже готовые, сделали, чтобы несли, чтобы на складе не лежало. Хотя бы вот так вот пока что, да? Нам будет нормально. Здесь мы тоже можем сделать. Они как бы
перепрыгивает. Один пусть поставит, потом еще поставим. Так. И здесь, соответственно, нам тоже надо, конечно, закидон мощный, чтобы поставить маячки. Ну а что делать? Нужно держать оборону. А что вы здесь не достроили, алло? Это мне нужно за вас самому делать? Вот это вот все, алло. Вот это мне нужно самому, типа, показывать вам, что надо здесь вот вставить немножко, да? Как бы. Ну давай. Минута 48. Че по камням? По камням тоже хорошо все хватает. Нам не хватает, блин, желтых кристаллов нам не хватает. Их очень мало. Их очень стало мало. То есть, как я понимаю, у нас на самом деле вся внутренняя часть замка будет под склады сделана. Ну, на самом деле, скоро складов больше уже не надо будет, потому что, ну, собственно говоря, дерево у нас есть, веревки там есть, тряпочки есть. Под камни только надо будет. То есть, ну, скоро будет уже предел. То есть, еще чуть-чуть расширится. Здесь будет, скорее всего, также шахта. Вот. И здесь, наверное, шахту надо сделать. Но здесь как бы... Я не могу сказать, что глубокую выкопаешь. Конечно, на центре острова ее поглубже можно делать. Вот валуны нам не нужны. На самом деле, если, допустим... Сравнять... Если я, допустим, здесь вот поставлю вот эту тему, раздвину ее вот так вот максимально. А чего она дальше-то не идет? Сюда. А, это типа максимальный размер у нее. А если я сделаю его, допустим, вот так? А, ну понятно. То есть можно две сделать шахты. Так, это мы сейчас попробуем сделать. Сейчас мы отобьемся только. Отмени. Пацаны, давайте лучше заранее в этот раз собираться. Идите сюда. Вы идите сюда. Что там за взрыв был? Мне кажется, сейчас на нас какой-нибудь босс пойдет. Хотя в этой волне 7 таких, 6 таких. То есть 6 маленьких, 7 средних пойдет. Без босса. Ну, может быть, я ошибаюсь, но вот написано. Волна 15. Показано, кого сколько пойдет. Так. Займите позиции, чтобы сразу отстреливаться. Потому что, ну, там кнайты будут, они тоже постреляют. Вы хотя бы продержитесь немножко. Так, они сюда идут. Хорошо. Ну, здесь как бы постараемся. У нас есть... ловушки. Только вот что-то они не сработали нифига. По идее, маячками можем отбиться. Здесь поддержка хотя бы маячков есть. Так, что у вас здесь? У вас тишина? Стойте, стойте, стойте. Они могут туда пойти второй волной. Скорее всего, это не все. Вот еще двое бегут. Хорошо. Регруппировка. Потому что у чувака мало хп. Вот сюда назад отойди. Ты тоже назад отойди. Сдох же, сдох. Ну какого хрена, я ж тебе сказал, не лезь. Там перезарядка пошла. Что ж это? Час от часу не легче. Так, ну там чувак воскрес, нормально. Два, один кнайт. Охренеть, что они всех убили-то, алло. Алло, как так-то все было нормально? Почему столько выживших этих осталось? Мы же воевали, как мужики, короче, против них. Нормально все было. Гребаные маяки нас опять подвели. У нас их 7 пока что. Вместе со всеми воскресшими. Можешь стрелять? Осталось их... 3. Два больших, ну, два средних. Три маленьких и два средних осталось. Либо наоборот, либо мы убили, осталось 5 средних и 3 маленьких. Короче, не знаю, вот здесь вот типа написано. Смотри, какие жирные стали идти. Ну прям пипец. Мы тратим время строительства на оборону. Так, нифига не успеем.
Капец, они всю стену прям прогрызли. Вы же нормально дамагали. Почему я сейчас не вижу дамаги никакой? Смотри, какой жир. Либо он там... Я не пойму, по кому он там стреляет. Но они реально жирные стали. Ну вот он, по-маленькому. Смотри, полстака сразу сносит. По четверти. Еще один остался. Вы будете его убивать? Алло. Вот этого. Чувак пришел строить. А, он бить пришел, молодец. Он очень жирный, очень жирный. У нас еще 6 минут осталось до следующей волны. Чувствую я, надо еще одну шахту делать. Нам нужны желтые кристаллы. Думаю, я ее надо сделать здесь. Идите на работу, бездельники. Подожди, или нет все-таки? Давай продумаем эту тему, чтобы вот здесь больше к нам не приходил никто. Попробуем здесь начать копать. Музыка заиграла. Ну, к примеру. Максималочку сюда возьмем. Давай не максималочку, давай вот так вот возьмем. Соответственно, мне... А, вот все, лестница с этой стороны. Меня это устраивает. Начинаем. Раз. И... Стой. Начинаем еще одну делать. Я немножко не пойму, почему она сразу-то не отсвечивается мне. Что-то cannot be used, не понял. Из-за капканов, что ли? Нет. Вот же эта штучка. Это вниз, а я в бок еще хочу. Да что такое-то, блин? Отменись, короче, нахрен. Давай заново. Нет. Вот так. Вот так. Только лестница не с правильной стороны пошла. Ну, допустим. Но лестница не с правильной стороны, это плохо. Они долго будут копать, и они тогда враги смогут сюда зайти. Почему я не могу как-то вот переиграть, повернуть ее, что ли? Ладно, давай хоть какую-нибудь сделаем. Чем дольше они будут тупить, ходить, я имею в виду, то нам больше это на руку будет. Вот так вот копай. Поуже сейчас сделаем. Еще на клеточку поуже. Вот так. Все. Пускай здесь хотя бы бугров нароют. Мы тогда будем нормально отстреливаться. Так. А что там по записи идет? Сколько времени? Нормально. Еще одну волну. Еще одну волну отыграем. 44 минуты сейчас только прошло. Ну, 43, наверное. Так, что по энергии? 60 из 280, у нас 8. 4 арбалетчика. Один комплект почему-то не доделал. Нам кнайты нужны. Я вас попросил кнайтов делать, но их никто не делает. Типа железо требуется. Ну вот же это железо. Или это стекло? Непонятно, оно блестит так. Вот железо.
Короче, не знаю, я где-то здесь железо, где-то стекло, оно все так блестит, и хрен разберешься. Пускай пока там шахта роется, они будут здесь добывать, плюс это будет и добыча ресурсов, и как оборонный ров будет. Я, конечно, понимаю, что можно сделать хорошую такую змейку, но пускай будет. Можно делать змейку, можно из камней делать, по клеточке составить, типа, чтобы враги пока залезали, пока слазили, пока залезали, пока слазили, тратили на это время. Мы попробуем ров сделать. А преградную змейку, кстати, можно попробовать здесь сделать, допустим. Просто вот мы вот сделаем вот так вот, да? Сейчас, подожди. Ага. Слушай, ну допустим. Здесь уже вниз пошло, да? Допустим, так. Пускай так сделают хотя бы. Посмотрим, как это получится. Нам не хватает желтых кристаллов. Не хватает. Что здесь накопали? Крестьянские рвы какие-то кривозубые. Ну ладно, ладно, хотя бы так. Хотя бы так. Здесь еще одной двери не хватает, надо дверь восстановить. Так, дверь. А можно мне дверь, пожалуйста? Вот, вот сюда, пожалуйста. Спасибо. Так, здесь они все поставили, как я хотел, отлично. Уже время пролетело, нифига как быстро. Так, вы здесь делаете? Медленно делаете, быстрее надо. У нас сейчас кнайтов нет, мы сейчас сдохнем. У нас не было железа, мы сдохнем, скорее всего. У нас печки не коптят нифига, поэтому как бы все плохо. Я думаю, этот ров их не остановит. Они все равно здесь как-то пролезут, начнут там прыгать. Все, 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 давай. Сбор, общий сбор. У нас их всего 4. И куда вас выставлять? Вот скажите, я не знаю, куда их выставлять. Ну, допустим, сюда я вас поставлю. Но это не факт, что получится все. Я могу одного сюда еще поставить. Но волна идет. Блин, тут босс к нам идет. Получается 4 таких. 4 маленьких, 3 средних и самый большой, один жирный великан. Вот, они все с этой стороны подперли. Ну, конечно. Как всегда, я угадал. Чувак, не дерись с ними, не надо, уйди. Блин, его убили. Надо каждого по одному, что ли, выставлять. Вот прям вот четенько. Офигеть, он так издалека шмаляет. Могу вообще, смотри, мало так наносит один арбалетчик. Не, ну лучше, конечно, чем ничего. Но мы остались вообще без маяков теперь. Я надеюсь, чуваки здесь продолжат копать. Это хорошая идея была. Блин, он еще тут наспавнил. Сюда, блин, нет. Будет все долго длиться, потому что он спавнит новых этих злодеев. Этот вообще пошел копать здесь на самом деле. Стреляй в него, стреляй. Двое, стреляйте в него. Это
какой-то слив прям пошел. Из-за недопонимания. Скорее всего, еще немного, и я не продержусь, потому что как бы уже пошел процесс саморазрушения, это точно. Он в него, кстати, не попадает. Угу. Все, прорвались. 6 минут остается до следующего. Он, давай, давай, уже стреляй. Ну, все, что делать, типа копейщиков запасных, что ли, организовывать, а? Я не хотел копейщиков делать. Что нам нужно для копейщиков, кстати говоря? Тоже, по-моему, металл нужен. Сделайте 4 копейщика. Раз мы не можем, значит, будем. Они его вырубили? Да. Соответственно, здесь уже минус арбалетчик. Минус еще один. Просто массы берут. Следующая серия будет точно про слив. Ну, либо мы наплодим копейщиков, и копейщиками будем обороняться. Еще один пошел. Да-да-да. Беги, дурак. Давай ты просто бежишь от них как-нибудь. По-умному сейчас сделаем. Давай вот сюда их подведем под маяки. Ну, ладно тебе, ну зачем? Вы можете... заатачить. Сюда выведите чуть-чуть, чтобы они за вами пошли под маячки. И казалось бы, все было хорошо, но потом в раз и опять обосрались. Вас не беспокоит, что у вас склады ломают, а? Алло. И у нас по-прежнему их... Сколько у нас по-прежнему их? 7 штук. Все. Отбились. Так, паузу жму. На этом мы остановимся. Попробуем в следующей серии по-другому поступить. Собственно говоря, наплодить побольше копеечков. Что-то надо будет предпринять. Может, кто-то что посоветовать, не знаю. Если следующую серию сливаем, то начинаем потом делать режим захвата точек. Попробуем себя в этой вариации. Потому что, насколько я помню, я всегда вот в эту играл, в оборону. Но, посмотрев на Ютубе, то, что, оказывается, и весело точки захватывать. То есть там свои плюсы есть. Можно и замки строить, и на вылазке бегать. То есть точки, вот эти вот кристаллы захватывать. Вот, но вы тем временем подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, жмякайте на колокольчик, заходите в группу ВКонтакте, присоединяйтесь на сервер Discord, и всем всего хорошего, ребятушки, всем пока.